Сегодня хочу предоставить вашему вниманию ржавчину рододендрона. На обратной стороне листа вдруг появляется оранжевое спороношение. Это ржавчина, которая имеет два хозяина. Первая стадия развивается на рододендроне, потом споры переносятся ветром, не дай бог, на ели, и ели от ржавчины погибают в течение 2 лет. Вот самый главный эффект. Поэтому никак нельзя допустить, чтобы больные кусты рододендрона попали на ваш участок, в парк, в сквер. Значит, как отличить, есть ли ржавчина на листе или нет при отсутствии спороношения? Обратите внимание, что ржавые спороносящие капсулы находятся в границах фиолетового участка листа. Перебрав много листов, я убедился, что именно этот фиолетовый оттенок пятнышков и является признаком наличия ржавчины. Даже если вы не видите спороношение, но вы должны знать, что если есть фиолетовые пятна, ржавчина у вас на участке будет. До свидания, спасибо.